Всем друзьям и подписчикам привет! Это небольшая видеовакансия. Сейчас нужны монтажники на судопроизводство. Эта вакансия находится в Гданьске, это непосредственно в городе Гданьске. Как сама вакансия, так и проживание. Проживание бесплатно, но есть оплата за коммунальные услуги порядка 200-300 злотых. Итак, немного про саму вакансию. Вакансия монтажника подразумевает работу с электроинструментом, типа болгарки, сварки, умение читать чертежи, это очень важно. А также понимание, хотя бы базовое понимание польского языка. Работодатель предлагает на данный момент ставку 17 злотых для начала тем людям, которые реально могут читать чертежи и могут самостоятельно работать. А также требуются помощники, которые имеют некий опыт в данной сфере, но, допустим, плохо понимают язык. Но это не отменяет навык чтения чертежей. Итак, основные требования. Минимальное понимание польского языка, умение читать чертежи, умение обращаться с электроинструментом типа болгарки, сварки, умение собирать конструкции и, возможно, любовь к этому делу. Потому что если я, например, не могу собирать конструкции, я не умею, не люблю это делать, то якобы не подойду. Если вы такой же, как я, вы тоже не подойдете. Чем хороша эта вакансия? Вакансия классная тем, что можно сделать карту быта, это раз. Можно получить воеводское зазволение от компании, это два. Хорошие условия для начала, 17 злотых, это неплохо, это в чистыми уже. Оформление по умове с лицензией для начала, в дальнейшем для сотрудников, которые хорошо себя покажут, возможно оформление по умове операции. Так вот, суть самой работы заключается в сборке разных металлических конструкций для кораблей, как я уже сказал. Что дает предприятие? Предприятие бесплатно выдает рабочую одежду, оформляет страховку, также происходит официальное трудоустройство, естественно. И еще есть бонус – оформление возврата налогов, что довольно приятно, скажите. Работа возможна как по визе от 4 месяцев, так и по биометрии. Для исключительных специалистов возможно даже закрыть немножко глаза на сроки и взять с остатком визы там от 2 месяцев, но если только специалист классный, потому что вакансия горячая на данный момент. Вы можете ознакомиться более детально с описанием вакансии внизу под видео и в первом комменте я оставлю. Также там вы найдете контакты, куда звонить, если вас заинтересовало. Еще раз напоминаю, это в Гданьске. И проживание тоже в Гданьске, рядом, недалеко от работы. Ну, там, может, доезды какие-то будут. Кого заинтересовало и кто в поиске работы находится, сейчас прошу о контакте. И всех благ. Спасибо за просмотр.